Пафос. Место поклонения Афродите. Едва ли нашелся бы мореплаватель, не направлявший свое судно к берегам Кипра. Искал ли он защиты от штормов или нуждался в запасах провизии. Чужеземцы приходили как алчные завоеватели, как крестоносцы по пути в Святую Землю, как купцы. Кипр с его плодородными берегами и лесистыми горами лежит на перепутье Европы, Азии и Африки. Но большую часть пришельцев составляли паломники. Еще в доисторические времена в Пафосе на юго-западном берегу существовал культ богини плодородия как символа жизни, основы всего живого. Греки, захватив остров, переняли этот культ. Они дали богине имя Афродита. На холме Куклия они воздвигли огромный храм, который был виден с самого горизонта. Через колоннады залов тянулись нескончаемые процессии. Служительницы в белых одеждах, оставлявших обнаженную грудь, вели почитателей богини и при этом предлагали себя молодым людям как жрицы любви. Тысячи мужчин и женщин служили в храме. Родители посвящали богине детей. Богачи покупали красивых девушек, принося пожертвования своему идолу. Раз в год проходил большой праздник любви в память о соединении Афродиты с Адонисом, далеко, впрочем, не единственным ее партнером, помимо безобразного хромого Гефеста, супруга красавицы. Музыка, поэзия, спортивные состязания. И через 300 лет после введения христианства сохранялся этот культ. А в наше время одна маленькая церковь носит имя Девы Афродиты. На этом месте прекрасная Афродита явилась из морских глубин. Петротоу Ромео, скала греков, так она называется. История зачатия весьма сложна. Младший сын Урана Кронос, ненавидевший отца, отрезал ему спящему детородный орган и бросил его в море. Море вспенилось, и из пены возникла Афродита. Богиня, величавая, великолепная, пишет о ней Гесиод. Когда она шествовала, цветы расцветали под ее стопами, а боги и люди называют ее Афродитою, пенорожденную, ибо она возросла из морской пены. Афродита имела предшественниц в более древних культах пробуждения жизни, этой вечной загадки рождения и умирания. Природа для человека была наполнена духами. Где вода, там жизнь, значит, там должны обитать добрые духи. В пещерах и гротах люди искали духоубежища и защиты, а вот здесь поселилась богиня любви Афродита. И сегодня многие верят, сделавший хоть один глоток этой воды, обретет счастье в любви. Но культ любви отчасти был связан и со смертью. Богиня могла пробудить к новой жизни умерших. Идолы плодородия в виде талисманов или алтарных изображений гарантировали покровительство богини. За 6 лет до Рождества Христова они изготовлялись в Пафосе из гранита и терракоты. В течение тысячелетий фигурки становились изделиями все более тонкой работы, как, например, эта богиня-мать. Ее сделали примерно за 2500 лет до Рождества Христова. Завершает эту цепочку Афродита. Мир Афродиты ушел безвозвратно.
и лишь немногое в пафосе напоминает о нем. Для паломников, прибывавших морем, на этом берегу всегда светил маяк. А для их развлечения имелся театр. Остров Афродиты был богат. Пилигримы не жалели денег для пафоса. Город мог позволить себе строительство монументальных общественных зданий. Он слыл признанным культурным центром. Зодчие, поэты и ученые охотно здесь селились. Силуэты великолепных строений вдоль побережья производили, должно быть, сильное впечатление. А тех, кто совершал пешие прогулки, наверняка восхищали выложенные мозаикой улицы. Еще поразительнее были интерьеры зданий. Таких мозаичных работ не видела, наверное, и сама столица могучей Римской империи. Ремесленники Пафоса обучались у лучших мастеров. Их творение и через 2000 лет сохраняют почти первозданную красоту и свежесть. Например, 4 времени года. Возвращение воинов бога Диониса из Индии с экзотическими животными и темнокожими рабами. Крестьянин Икарий угощает Диониса своим вином. А вот сказание о Фисбе и Пираме. Здесь мастер явно что-то перепутал. Вместо юных влюбленных он изобразил старого бога рек. К лучшим образцам, выполненным из крошечных камешков, принадлежит музыкальное состязание простого смертного Марсия и бога Аполлона. И, наконец, похищение Ганимеда Зевсом в облике орла. Греки и римляне всегда с трепетом относились к полетам, о чем свидетельствуют их мифы. Но реальным средством передвижения для них по-прежнему оставались корабли. Остатки античных пристаней и поныне защищают маленькую гавань Пафоса. Как и в незапамятные времена, покачиваются на волнах маленькие рыбацкие лодки. Падение культа Афродиты с приходом христианства разорило многих рыбаков и земледельцев. Исчезли толпы паломников. Вместо них стали появляться все новые завоеватели. С древних времен и до наших дней Кипр вынужден терпеть многих и многих иноземных хозяев. С 300 года до нашей эры Кипром владели Птолемеи, греческая династия, правившая Египтом. Их богиня любви звалась Арсинуей. Из Египта пришел обычай хоронить умерших в просторных склепах. Их высекали в скалах, как правило, за пределами городских стен. Склепы называли царскими, хотя никогда ни один царь не был там погребен. Лишь городская знать обретала здесь последний покой.
Архитектура гробниц схожа с архитектурой жилищ. По египетскому обычаю, дома мертвых должны напоминать им о прежней жизни. Стены были украшены орнаментом и фресками, а умершие снабжались всем необходимым для долгого путешествия. Но лишь немногое дошло до наших времен. Гробницы систематически разграблялись. Вплоть до Средневековья это место использовали для захоронений. Первые христиане скрывались от гонителей в огромном лабиринте. Одно из его укрытий было освящено в честь святой Соломонии. И сегодня многие приходят сюда, чтобы помолиться. Верующие привязывают платочки к ветвям дерева, растущего прямо из катакомб, поверяя таким образом святой заветные желания. Апостол Павел, прибыв в Пафос в 45-м году, получил у этого столба 39 ударов плетью за проповедь христианства. Базилика, воздвигнутая на святом месте, была разрушена землетрясением. В течение полутора тысячелетий на Кипре строят византийские церкви с куполами. Вот эта, особенно красивая, называется Панагия Ангелоктистос, то есть возведенная ангелами. Внутри церковь украшена древней мозаикой. Не является ли для киприотов почитание Марии христианским продолжением культа Афродиты? И Мария тоже богиня плодородия. Люди в Пафе не считают раздумья о своих языческих корнях ложными или кощунственными. Они вросли в свою многотысячелетнюю культуру, и каждый день их глаза устремляются на все те же места, по которым некогда тянулись нескончаемые шествия паломников к храму Афродиты. Режиссер Райнер Шира, оператор Вангелис Коламбакис. Фильм озвучен фирмой СВ «Дубль» по заказу ГТРК «Культура».